Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Аджикеев рассказал про сегодняшнее состояние ТЭЦ Бишкек. Об этом сообщает республиканский медиаштаб. Глава МЧС еще раз отметил, что на полное устранение последствий аварии понадобится 5-7 дней. На сегодня все котлы в порядке и готовы к работе в штатном режиме. Ни один котел не поврежден, не имеет какой-либо поломки. Вся система защиты, клапаны сработали. Проводятся ремонтные работы и подключение электропитания, сказал Бообек Аджикеев. Напомним, по последним данным, на ТЭЦ работают 6 котлов и 3 турбины. Еще один котел и один турбоагрегат готовят к запуску в ближайшее время.